Привет, друзья! Сегодня просто хочу предложить вам пройти безоплатный трехдневный онлайн-интенсив привлечения денежного потока. Его проводит мой давний знакомый Игорь Мерлин. Чтобы иметь представление о ведущем, посмотрите этот ролик. Если поверите, что он может вас чему-то научить, а он может, переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь на интенсив. Мерлин, у меня сильное проклятие, и поэтому я не могу заработать денег, и поэтому мне ничего не получается, поэтому мне все плохо, нет денег, я в долгах, как в шелках. Вы осознаете, что какие-то темные силы мешают вам финансово расти? Вы не можете самостоятельно найти причину того, что к вам не идут деньги. Но когда оно более конкретное, оно проясняется, еще проясняется, и уже вы видите, что это вот такое-то сооружение. Все пропало. Мы все умрем. Коронавирус нас всех убивает тысячами. А кто останется, жрать нечего. Бизнес разрушен. Вода отравлена. А теперь, дорогие друзья, мы с вами сделаем специальную практику посох шамана. И вы приносите этот мешок денег, отдаете тем людям, и они получают, и вы становитесь законным владельцем этого дома, дома своей мечты. Некоторые скажут: Мерлин, хватит тебе заливать про успешность, про большие доходы, тут коронавирус и кризис, все рушится. Что же делать? Она отвечала, что не уверена в том, что знает достаточно много, что ей бы нужно еще поучиться, а то мало знаний. Это они, какие-то злые силы. Вот эти вот всякие. И вот эти всякие ходят. Вы стоите напротив магического зеркала. И то твердое решение, которое вы создали, позволит этому желанию воплотиться в жизнь. Мой начальник не повышает мне зарплату в 10 раз. Почему? А от ума это то, что вам дает результаты, ну, например, в деньгах, чтобы и нравилось, и приносило деньги. Потому что часто людям то, что приносит деньги, им не нравится. Или то, что нравится, не приносит деньги. Зажигаем. Хорошо. Хорошо, зажгли. Свеча горит. Например, началась война, и все сидят и ждут. А вдруг оно все решится, война как-то сама закончится и станет лучше прежнего. И к вам начинают приходить большие деньги. Новые денежные потоки, они повсюду проходят и начинают поворачиваться к вам. Возьмете некую сумму денег, и вы понимаете, что здесь, допустим, 100 купюр по 5 тысяч. Кто болен этой болезнью, поднимите левую руку. Наш хрустальный шар покажет вам видение. Каждый из вас увидит свое. Кто-то увидит людей, кто-то увидит... А есть некоторые силы, которые не дают вам получить столько денег, сколько вы хотите. И вот как раз об этом мы поговорим с вами дальше. Почему не выполняются мои желания? Я так не хочу! Хочу, чтобы все желания выполнялись! Хочу быть владычицей морскою! И чтоб ты, Мерлин, был у меня на посылках. А зачем тебе большие-большие глаза? Энергетическая защита, это имеется в виду внутренняя, конечно, жизненная сила, о чем мы говорили. Но физическая защита, это то, что связано с вашим телом. И даже, может быть, больше это связано с вашим здоровьем. Да, вот сейчас о чем я думаю, вы знаете, вот тут все написано, о чем я думаю. Почему же до сих пор у меня нет этих островов, этих яхт, этих Феррари? Раз. Два. Три! 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 Вот
у меня воруют, меня обманывают, не могу накопить, не могу заработать, с работы выгнали. Если некоторые скажут, у меня вообще нету доходов, у меня ноль, ну это будет неправдой, потому что на что-то же вы живете, как-то же вы едите, что-то же вы делаете. То есть делаем глубокий, глубокий